Поселок Кугеси в минувшие выходные принимал традиционный республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек на призы тренера Виталия Ивановича Смородина. С 10 часов на трех коврах, уложенных в спортивном зале современного спорткомплекса, развернулась упорная борьба за звание сильнейшего в 10 весовых категориях у девушек и в 11 у юношей. Всего борьбу за награды турнира вели более 250 спортсменов из 18 районов и городов республики. Нынешний турнир проходит в юбилейный 20-й раз. Участников турнира напутствовал сам Виталий Иванович и другие почетные гости. Сегодня в этом прекрасном зале действительно у нас большой праздник. Собрались ребята маленького, что ли, возраста, решили так, чтобы вы боролись. Так как для вас таких соревнований больших, мало проводится. Поэтому решили, чтобы вы, малыши, боролись сегодня на этом ковре, чтобы вы росли физически, чтобы вы стали взрослели и стали чемпионами. Виталий Иванович Смородинов – один из основателей борьбы в Чувашии. Его ученики – победители республиканских, всероссийских и всесоюзных соревнований. Смородинов подготовил 3 мастера спорта, более 30 кандидатов в мастера спорта по вольной борьбе. Благодаря Смородинову в Чувашии борьбой стали заниматься и девушки. Екатерина Осипова – воспитанница Виталия Смородинова, призер чемпионата России среди студентов.